Нашим наступним модератором є людина, яка доносить інформацію з цієї частини світу в інші частини світу. Це Катерина Горчинська, заступник головного редактора газети «Київпост». І вона модеруватиме наступну панель, яка стосується того самого, як нам виходити за межі. Катерино. Доброе утро. Спасибо организаторам за приглашение и такую рекомендацию. Я хочу пригласить на сцену панелистов следующей панели. Это, опять же, Евгений Глебовицкий, партнер компании «Промова». Прошу. Это Игорь Гуд, маркетинг-эксперт и управляющий партнер DYB. Это шведский проект, который расшифровывается как «Do your business». Прошу. И третий панелист, заявленный у нас в программе, это Олег Рыбачук. К сожалению, он не смог сегодня быть. Он уехал в Донецк объяснять, почему в Киеве не почистили снег. И вместо этого у нас будет Евгений Хельзон, знаменитый блогер, путешественник, а также владелец собственного бизнеса компании I Love Asia, специализирующейся на организации путешествий. Ну и организаторы этой панели и форума дали нам очень... широкую тему для обсуждения, которая называется так, которая звучит так, «Made in Ukraine, be Ukrainian», «Як продавати українське на світовому ринку». Ну, на мой взгляд, у нас уже даже в названии есть несколько конфликтов. Ну, для начала, «Made in Ukraine» — это лейбл такой, вы не часто увидите на трубах, например, масле подсолнечном и металлопрокате. И именно на таких вот... Именно такой основной экспорт украинский, да? То есть у нас нет чего-то такого, чтобы описывало этот бренд в ощутимых мерках для обычного человека. Да? Плюс «Be Ukrainian» — это тоже очень сложный концепт для украинцев, поскольку украинцы в обычном среднестатистическом сознании на Западе воспринимаются как фемин, политические узники, как одесские Барби и прочие феи. Ну, собственно, на этом список, пожалуй, заканчивается, да? Ну, а с бизнесом вообще тяжело, да? То есть мы страна, которая в списке Doing Business на 137 месте, что само по себе очень приятно. Ну и бизнес-климат, скажем мягко, никак не улучшается, да? Вот у нас есть такой вот набор исходных условий, каким образом мы можем продавать украинское на Запад в таких условиях, когда фактически нам и дома-то надо бороться за выживание, как мы при этом будем продавать что-то еще куда-то. Прошу, кто желает начать? Ну, давайте начнем. Игорь. Так как я занимаюсь проектом Develop Your Business, в том числе вот мы с коллегами представляем Несторовскую группу, то, наверное, я начну с постановки проблемы. Проблемы для бизнеса, да, в чем состоит эта проблема, это Украина. Есть такая очень хорошая модель, называется «Золотой треугольник Слободского». Можно чуть громче? Плохо слышно, да? Отлично. Вам слышно? Я близко вам сижу, да, поэтому. Сейчас я придвину микрофон. Так, хорошо слышно, да? Есть очень хорошая модель. Это модель «Золотой треугольник Слободского», которая говорит, что бизнес может быть успешен, если он опирается на три таких кита. Первый кит называется «хороший продукт», второй кит – это успешная бизнес-модель, а третий кит – это сильный бренд. Если мы говорим о проблеме «Made in Ukraine» и украинского бизнеса в Украине или за пределами Украины, то мое личное мнение, что, в принципе, производить хорошие продукты мы можем, и очень многие компании это уже делают. Очень большая проблема заключается, первое, бизнес-модели. Сегодня идет конкуренция не товара в мире, а конкуренция бизнес-моделей, понимаете? В этом случае Украина где проигрывает? Наши суды, наши дорогие финансы и так далее и тому подобное. Вы это лучше меня знаете. Поэтому, когда мы говорим о Made in Ukraine, нужно понимать, компания хочет быть украинской, это компания, которая хочет производить в Украине или, например, позиционироваться как украинский бренд. Это очень большие разницы. Поэтому бизнес-модель – это проблема производства в Украине, потому что мы здесь очень сильно проигрываем. Вторая проблема – это проблема, связанная с брендом. Бренд – такая штука, вот, пользуясь случаем, прорекламирую, на этой неделе выйдет колонка Forbes, моя посвященная этой теме, вы почитаете более подробно. Но бренд – это такая штука, которая как пирог, состоит из слоев. И когда мы говорим о стране происхождения товара, да, то пока мы доберемся до вашего конкретного там товара, не знаю, что вы производите, не имеет значения, возникают целые слои бренда, целые слои, которые влияют на восприятие этого бренда. Регион, откуда вы, Азия или Европа, например, понимаете, потом страна, в данном случае это Украина, потом товарные категории, только потом конкретный продукт. И здесь есть проблема, что Made in Ukraine для конкретных продуктов очень часто
К сожалению, даже есть такой эффект brand rejection, он занижает стоимость бренда, да? Как минимум, если не занижает, то не дает дополнительной ценности, дополнительной стоимости. Соответственно, украинские компании, если они позиционируют свои продукты как Made in Ukraine, они не могут вот брать эту премию с рынка, которую должен давать бренд, если вы развиваете. Хорошо, что делать? Что делать? Надо развивать бренд. Ну, есть два варианта. Да, бизнес научился защищаться. Первый, одни регистрируют, к сожалению, регистрируют торговые марки в других странах. И это украинские компании, но они позиционируются не как украинские. Кто-то научился, кто-то борется с помощью бизнес-моделей, когда они, например, выводят производство в другие страны, и таким образом они делают конкурентоспособную цену или что-то другое. Но мы, наверное, будем все-таки говорить о проблеме, все-таки как нам Made in Ukraine сделать. Да, мы не ищем легких путей, мы будем здесь регистрироваться, да. Здесь производить и пытаться экспортировать. Вот каким образом это возможно и возможно ли? Ну, нам нужно вместе думать о том, что мы можем, что может наша страна, и мы как украинцы, в принципе, добавить в это Made in Ukraine, мы его формируем. Да? Да, ну как минимум надо спросить себя, что мы можем дать. Я думаю, що, ну, якщо так коротку таку пораду дати, чути, не чути? Не чути. У нас сьогодні Бог звуку не з нами сьогодні. Бог звуку не з нами сьогодні, да? Якщо дати коротку пораду, я би порадив тим, хто хоче краще зрозуміти Україну, рік прожити в Центральній Азії. Бо звідти набагато краще зрозуміло, а що ми вміємо, що ми можемо. Ми насправді маємо фантастичний потенціал в багатьох сферах, які дають нам майданчик для розгону. От ми всі втрьох і ще там біля 20 інших працюємо в Несторівській групі, завдання якої практично полягає в тому, щоб намалювати шлях, яким чином Україна може досягнути успіху за наступні 10-15 років. І от те, що ми бачимо, що пострадянський простір з його низькою конкурентністю дає нам дуже хороший майданчик для того, щоб на ньому розігнатися. Що це означає? У нас є хороша інженерія, у нас є рішення, які потребуються в тій частині світу. Практично за рахунок того, що у нас є по інерції ще хороша освіта, у нас достатньо конкурентний ринок. Тобто, коли ми дивимося, порівнюємо, наприклад, рівень конкурентності українського ринку і ринку Білорусі, чи ринків, наприклад, Кавказу чи Центральної Азії, у нас це в порядку, в порівнянні. Але дуже важливо не зупинятися тут на колишньому Радянському Союзі. Тобто, важливо, що... Три. Що нам має дати колишній Радянський Союз? Колишній Радянський Союз повинен навчити нас працювати більше, ніж в одній моделі. Тобто, коли ми спроможні оперувати в інших умовах, а навіть ринок Молдови – це інші умови, це інша культура, це інші традиції і так далі. Тобто, якщо ми можемо працювати більше, ніж в одних умовах, це вже нам дає перевагу. І в тому сенсі можна використовувати Україну як маленьку модель світу, тому що ми маємо дуже різний ринок у Львові, в Донецьку, в Криму, в Дніпропетровську. Якщо ми можемо ковтнути цю різницю, нам легше ковтнути різницю між Казахстаном, Киргизстаном і Узбекистаном. Якщо ми можемо ковтнути цю різницю, нам легше ковтнути тоді іншу різницю. Тобто ми можемо виходити поза межі колишнього Радянського Союзу. Одна з речей, наприклад, на яку я дуже би радив звертати увагу, це те, що з, наприклад, кримськими татарами ми маємо вихід на тюркомовний світ, який має населення майже 150 мільйонів і ріс за останні 20 років з середнім показником 7,5%. 7,5% середній показник зростання ВВП тюркомовного світу. Тобто, іншими словами, ми можемо виходити і за межі колишнього Радянського Союзу. Просто питання в тому, щоб зрозуміти, які інакші можуть бути правила і які інакші можуть бути культури. Ну, от якщо б я була представителем бізнесу, сидячим в залі, да, я б поняла, що у мене дуже хороші такі стартові умови, да, будучи в Україні. Но все равно мысль о том, що куди-то виходити на якісь іноземні ринки, для мене звучить скорее як от не у Васюки, да? Тобто, окей, у мене хороші стартові умови, но у мене нет кредитів. У мене давлять з усіх сторон, налогова, там таможня, всі контролюючі органи. От яким образом бізнес може примінити вот эти стартовые условия для своего развития? Кто? Алекс. Короче, не работает.
Хотелось бы сказать, добавить тоже к предыдущему, что Украина еще может использовать свою нейтральность, о которой мы не говорили. То есть Украина на сегодняшний день в большинстве стран мира, кроме европейских, пожалуй, которые интересуются нашими новостями, является полностью terra incognita. Нас люди знают по некоторым спортивным брендам. Например, в Малайзии еще до того, как начинался чемпионат по футболу, у нас вся страна была увешана вымпелами с словом «Украина». И люди очень позитивно это воспринимали. То есть мы для них не представляем никакой опасности в Азии, в Китае, в Индии. Нас не ассоциируют с агрессией, мы не империя, мы больше не осколок СССР. Скорее, мы какая-то такая не совсем понятная, нейтральная, добрая Европа. Люди, от которых плохого ничего никто не ждет. Поэтому в бизнесе, во-первых, бизнес — это не только производство, то есть мы не только можем что-то здесь произвести и что-то куда-то вывести. То есть если мы будем оперировать такими подходами, Украина в мире не создаст конкуренции другим странам. Мы можем в силу того, что мы люди, которые привыкли жить в стране, где очень трудно с оборотными средствами, очень трудно с деньгами. Многие из нас уже научились рассчитывать на перспективу, создавать бизнесы маленькие, которые могут существовать 5, 7, 10 лет и медленно-медленно развиваться, и тем самым доказывать, что нечто, что может быть создано в Украине и украинцами, может иметь свою ценность. Из личного опыта мы начали продавать наши путешествия, нестандартные путешествия россиянам. Сначала было очень большое недоверие, такое, ну что там эти там киевляне какие-то, что они могут предложить. На сегодняшний день мы можем сказать, что абсолютно ничего из того, что мы делаем, как, скажем, организация путешествий в Азию нестандартных, россияне не делают на сегодняшний день. Ну вот я услышала первый практический момент, да? И мы начали продавать еще полякам, и это вполне очень хорошо работает. То есть я не вижу никаких препятствий, если есть интеллектуальный продукт и нет желания заработать все деньги сразу. Спокойно, медленно делаем. То есть первый практический момент состоит в том, что перестаньте думать об Украине как о ресурсной базе и базе производственной, а думайте как об интеллектуальной базе и производителе услуг. И пытайтесь экспортировать это, правильно? О том, что нас уже любят все в мире. Не нужно думать, что нас не любят. Нас любят так же, как и всех остальных. Не меньше. Я думаю, що в нас є ще одна велика перевага. Ми спроможні зрозуміти краще оці відмінності в колишніх радянських культурах. Я кілька разів спостерігав, як німці чи поляки мали серйозні проблеми з нерозумінням того, як можна мотивувати свої команди, чи як можна спозиціонувати свій продукт, наприклад, на місцевих ринках в Центральній Азії. Але це легко було зробити тим, хто дивився «Брильянтову руку» і «Операцію І». Тобто, ми можемо перекладати з західної мови на пострадянську і навпаки, з пострадянської на західну. Тут є одна важлива обставина, яку треба враховувати. Якщо ми попробуємо експортувати на схід чи на захід, насправді немає значення, свою корупцію, іншими словами, свою компетенцію в рішенні вопросів, нас чекає страшна поразка. На сході нас чекає поразка, тому що їхні внутрішньокланові зв'язки будуть сильнішими за наші. На заході нас чекає страшна поразка через те, що там працює верховенство права. І тому практично то, що ми повинні зрозуміти, що наша модель полягає в нашій гнучкості станом на сьогоднішній день. Колись ми навчимося бути продуктивними, креативними, колись ми вийдемо на високі якісь показники ефективності, яких зараз ще немає. Але станом на сьогоднішній день то, що ми можемо пропонувати Сходу, це є західні правила в дуже м'якій і комфортній упаковці. То, що ми можемо пропонувати Заходу, це є, знову ж таки, ті самі правила в комфортнішій упаковці. Тобто, іншими словами, практично, якщо ми говоримо про те, що пропонує Україна світу, станом на сьогоднішній день це гнучкість. Що важливо розуміти, що через 10 років це вже продавати не можна буде, тому що через 10 років цю саму гнучкість будуть пропонувати інші країни краще від нас.
Итак, у нас есть уже два таких совета, да? То есть, во-первых, идти в какой-то сектор, связанный с медиацией, да, с услугами, где украинцы особенно хороши, потому что они могут интерпретировать западные ценности на Востоке и наоборот, и они при этом остаются гибкими, понимая все правила. Но надо быть недостаточно гибкими, чтобы не экспортировать коррупцию. Какие еще советы вы могли бы дать бизнесу? Игорь, прошу. Ну, я дам все-таки еще совет, чего не нужно делать точно. Знаете, у нас сейчас появилось маленькое заболевание, когда мы начали думать, что Украина родина слонов. Есть такой хороший анекдот. Закончил писать резюме и расплакался. Какой же я классный. Вот мы... Главное не попадать в эту ловушку. Знаете, нужно признать, что не все так хорошо. Знаете, вот. И я скажу так. Для того, чтобы зарабатывать деньги сегодня, достаточно, действительно, все страны открыты, выходите, достаточно предпринимательских талантов, о которых говорили предыдущие наши спикеры. Пожалуйста, в любую страну мира все зависит от вас. Вы заработаете деньги. Если мы говорим о строительстве компании или говорим о строительстве великих брендов, то, к сожалению, Made in Ukraine – это задница, ребят. К сожалению, это реальность. Поэтому вопрос подхода мелкого зарабатывания денег – это не проблема. Можно зарабатывать, не париться. Если мы хотим о чем-то глобальном говорить, то мы упираемся в серьезную проблему. Некоторые вещи без поддержки государства сделать невозможно, понимаете? Некоторые отрасли, ну, есть те ассоциации, которые в мире существуют, например, с чем Германия ассоциируется? С хорошим качеством, Франция, например, там, с модой, да? Швеция там, с инновациями. Это те ассоциации, которые ну, малый и средний бизнес сам не создаст. Эти ассоциации, которые, конечно, мы должны создавать только вместе, как страна, к сожалению. Поэтому, если зарабатывать деньги, нужно идти вот, в те сферы, которые позитивно ассоциируются. Продукты питания, сферу услуг, например, да, и вы хорошо это знаете, посмотрите статистику, как что где продается. Но мне хотелось бы вот вместе с коллегами дать вам такой месседж, что это как со снегом в Киеве, да, вот Евген очень классно сказал вначале, если мы будем сидеть и ждать, пока наше государство что-то сделает, ну, в Дубае построили самую большую башню Бурдж-Халифа, вы знаете, да, там почти километр высотой, ну, вот, ну, малый бизнес, правда, построил, да, скинулись там по 10 этих дирхамов построили. Понятно, что это серьезно, нам ждать такой помощи нельзя. Мне бы хотелось, чтобы все-таки все-таки мы взяли бы лопаты и стали чистить снег сами, да, вокруг себя. Также бизнес, сегодня вы создаете бренды, чтобы вы начинали вкладывать вот эту глобальную концепцию, вкладывать то, что несет Украина, и каждый из вас подумал, что вы или ваша компания, оставаясь украинской, можете сюда вложить. Я согласен с коллегами, которые говорили вот до меня. Мы действительно очень хорошо адаптируем разные форматы. Посмотрите на Киев, например. Какое количество здесь итальянских, французских ресторанов, например, да, бытовой пример. И вы знаете, иногда они лучше, чем в Париже. Вот. И мы очень хорошо адаптируем эти форматы. Мы видим все самое лучшее. Мы научились это собирать в Украине. Вот эту адаптацию, это комбинирование, очень качественное комбинирование, нужно нести туда. Мы действительно страна, которая... Не знаю, мягкая Европа, да, такая еще не с такими жесткими правилами. Почему европейцы любят приезжать к нам? Спросите у европейцев, что им нравится в Украине. Мне один мой друг сказал, ты знаешь, говорит, у вас в 11 утра можно выпить пиво. Вообще кайф. Никто на меня не посмотрит косо. Я, говорит, вышел там в центре возле Золотых ворот, сел, солнышко, красота, и пью себе пиво. И меня не осуждают, потому что, говорит, я это выпил в своей стране, меня бы осуждали, что самое страшное. То есть можно купить пиво, но осуждать будут, понимаете? Но речь не только в этом, да, нужно, на это мы далеко не уедем. Речь в том, что мы действительно дадим вот, мы, вот когда покупают, знаете, когда покупают наши ракетоносители, не нужно радоваться, что это покупают украинские носители, нужно понимать, что это покупает часть советской военной машины, понимаете? То есть в технологиях, я даже не знаю, что посоветовать, это должна быть серьезная государственная программа. Но там, где мы с вами можем добавить ниже, на уровне ниже, в услугах, вот еще раз повторюсь, продукты питания, нужно добавлять, это зависит от нас. От нашей трудовой этики, от наших взаимоотношений на рынке B2B с нашими партнерами, о том, как вы будете выстраивать отношения с конечным потребителем, как будут выглядеть ваши товары, какие посылы вы даете в рекламе, понимаете, что вы несете миру. Украина это здорово, интересно, прикольно, это арт-культура. Я завтра утром буду на это чем больше говорить. Вот я, слушая вас, мне пришла в голову такая мысль. Вот я, допустим, будучи, опять же, представителем бизнеса, может быть, подумала на данном этапе бы, о чем они вообще говорят? Мы находимся в такой жесткой сейчас политической и экономической ситуации, которая в ближайшие, как минимум, там, несколько лет не изменится, точно не в хорошую сторону, да? О каком экспорте вообще идет речь? Почему мы должны осваивать эти рынки, если фактически у нас стоит вопрос о выживании сейчас? Оце, власне, найстрашніша мотивація для виходу – це якщо ми втікаємо. І от, наприклад, моя компанія кілька разів організовувала виїзди для бізнесменів в Грузію. І я, власне, дивився, що було дуже чітко видно, хто буде успішнішим. Частина виїжджала в Грузію, тому що їм було цікаво.
Частина виїжджала в Грузію, тому що вони втікали від тиску тут. Ті, кому було цікаво, в кінцевому результаті були успішнішими. Дуже важливо розуміти, що якщо ми втікаємо звідси, де ми дуже добре орієнтуємося в цих умовах, то в іншій країні, де ми погано орієнтуємося в місцевих умовах, нам буде ще гірше. Іншими словами, втеча – це поганий мотиватор. Дуже важливо це розуміти. Ну, собственно, я пытаюсь сказати, що, може бути, взагалі не має смисла розглядати якісь ринки вне України, а має смисл розглядати якісь варіанти консервації бізнесу і виживання до лучших времен. Я уверена, що дуже багато таких мислей зараз теж виникає. Опять же, ми знаємо, що в Україні